помогут всем нуждающимся. Диспетчерская служба волонтеров работает с 9 июля круглосуточно и без выходных. Здесь приняли уже около 250 заявок. Просьбы у людей, сидящих на самоизоляции, разнообразные. От доставки бесплатных лекарств против коронавируса до выгула любимой собаки. В колл-центре могут отправить волонтера на выезд, а могут уточнить информацию и передать ее по телефону. Например, результаты теста на ковид. Добровольцы держат связь с 14 муниципальными штабами во всех районах Камчатского края. Помощь можно получить в любой точке региона. Исполнение заявок контролируется через электронную форму. Нам люди, когда звонят, мы сразу для них сами заполняем заявку. Мы специально разработали Google форму, где мы фиксируем данные пациента, какая поликлиника, ну, естественно, его контакты. И самое главное, что мы фиксируем, то в примечаниях очень все детально, когда и что, с какой просьбой он нам обратился, куда мы звонили, какие мы комментарии получили.